Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Киров заходит компания «Татнефть». На территории области будет построена сеть из 30 ее автозаправочных станций. Они появятся в районах региона. Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кировской области и руководитель ПАО «Татнефть». Инвестиции, которые будут вложены в Кировскую область, исчисляются несколькими миллиардами рублей, рассказал Соколов. Но главное, по его словам, это то, что на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цен на бензин. Кроме того, благодаря соглашению появится сеть зарядных станций для электротранспорта, а также будут налажены поставки моторного и газомоторного топлива. Вятский лес будут поставлять на Донбасс. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Соколов провел встречи с руководством ДНР, ЛНР и Запорожской области, в ходе которых были подписаны соглашения о сотрудничестве. В частности, с главой ДНР Денисом Пушилиным губернатор обсудил реализацию программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и договорился о поставках в ДНР кировских пиломатериалов и развитии деревянного домостроения из вятского леса. На встрече с главой ЛНР речь шла о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социальной сферах. А с главой Запорожской области обсудили вопрос развития подшефной территории Веселовского муниципального округа. В эфире «Экономика». Осужден мошенник, присваивавший деньги кировчан под предлогом участия их родственников в ДТП. На скамье подсудимых оказался 22-летний житель Мариэл. Он осужден за совершение 12 преступлений по статье «Мошенничество». В суде установлено, что в течение 2 месяцев участники преступной группы сообщали пожилым людям, что их родственники якобы попали в ДТП и предлагали передать им деньги за освобождение от ответственности. Роль подсудимого заключалась в выезде к потерпевшим за деньгами. Общая их сумма составила почти 2 миллиона рублей. Часть он передал другим участникам ОПГ, часть оставил себе. В результате 4 года и 3 месяца по решению суда он проведет в колонии общего режима. Уголовное преследование других участников преступной группы продолжается. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».